У него последний. Два... А, фу, бля, чё, подожди, сейчас. Бля, никто токены уже даже не берет. Шаманские. Тебе не надо? О, я возьму. Или ты брал уже? Я 4 токена уже взял. Ну, дай тапочки, нужны кому-то? Тапки. Давай иконка обмен. Тапки тоже давай обмен. Две шмотки осталось. Шлем это хороший. Кому нахуй не нужен? Крыша на все. Еще мне остался там плащ. Пункт обмен. Что, готовы? Черекаунтов, да. Че, хилы поспекались там? Все, а че, даю 3, 2, 1. Пул, поехали. Герл. Не хватает, по-моему. Не-не, хватает. Не улетел. Это я его двигаю, я его двигаю. Да. Я видел этот грипп отчаянный. Ну если бы ты взлетки убили, было бы бонус типа. Он так взлетел, он крылья в воздухе не расправил. Ну реально, это я его двинул. Не вези, блядь, хреброхруст. Отжато? Угу. Эдик, почему ты не ваншотнул дракона? Я поцел, брат. Брат. Я не успел до РТ 4 куска активировать на сову. Так. Я вот сейчас думаю сделать себе 4 Т4 рестора, может быть. Или вообще хуй на него. И сделать сову себе ебнутую. Да рестор и так заебись. Там, мне кажется, разница небольшая в цифрах будет. Ну там можно свои приколы сделать. Ну, типа. Мне так впадло, если честно, делать второго рестора, блять, когда я могу сделать ебнутую сову. Ну, сова бы прикольнее будет. Конечно. А чё там я забыл? Омоложение апается или чё? Что-то стакается, блин. А, покровительство апается, да? Покровительство. И куда? Дополнительно это. Ходка вешается в 4 куска. А, точно. Если меньше 80, да? Процент. Да, это для десяток вообще хороший сет. В целом. Ну я лучше на раздел ебнутую соуси. Так, я могу хамить. Оно и 25 как потом пойдет. Ну, 25 тоже можно юзать, типа. В Гере просадки будут хорошие, там это будет прокать постоянно. Можно, можно, да. И токи на Т4 дорого уходят, типа, это, ну, невозможно их будет апнуть. Очень, ну, там нормально, чтобы было. Да, сейчас проходку открыли с пугами, собирать, да, нроль один токен. Не, в пизду, блядь, 100 лямов с пугами бить, я ещё ёбнутый. А ну пуги закрывают ГМХ. Не, в пизду. Под СПД, Вальмара, под СПД. Ну, тебе СПД, остальные саппорт пускай. Дэл, а может ты хочешь, слышишь, ставить метку для танка на остриё уже, но потом это будет цирк опять. Какое нахуй стриё, блядь? Вы чё нахуй? Ты, блядь, не знаешь, как босса поставить или что? Не, метку. Я поставил её дальше, чтобы, блядь, не отходили от склепа люди, нахуй. Чтобы она не доставала, нахуй, когда обжигающий холод кастует. Не, имею в виду на вот эти вот, что ты ставишь в ряд на блёдку. Для танка на остриё ставят, для печенька всё время. Это в Гере, потому что она ваншот. В Гере будет, здесь не будет ничего такого. Ну сразу учится, потом переучиваться, это пизда, нахуй.
Так это не сложно. В Гере вообще по-другому метки будут выноситься. Ринда, Настя, блядь. Ну, Эдик нам. Стой. Что, го, я ману лесу просто. Да, сука. Иди пляй. Что? Нет, блядь. На взлетке 5 меток, нахуй. Звезда, ром, блядь, трусы, полумесяц, квадрат. На второй фазе, блядь, слушайте, куда буду говорить. Либо печенька, либо крет. Что ты делаешь? Али, зачем ты это делаешь? Ну, там просто это уже... Блядь, что за лаги, нахуй? Начались, блядь. Неожиданные, нахуй. Бежали быстрее. Метки я сейчас выносим. Красиво. Блять, что-то лагает реально, блять. Мирай, Мулера, Шринда, Чувавак. Мы вынесли метки быстрее. Спрятались. Слева падает близко. Спрятались за склепом быстрее. РДД по крайним склепам играем. По центру. По левому крайнему кто-нибудь подбейте. Слева далеко. Левый крайний самый дальний не бьет. Бейте нахуй. Полишит вагон. Слева там же панель. Все, разбили склепы речь. Быстрее, что так долго, блядь? Уже должен были склепы упасть. РДД ближе к боссу, чуть-чуть перетяжет кругу. Тем выражением пиздец, конечно, на мультике стакается, нахуй кринж, блять. Дальше босс убьем. Ебаная освобожденка, нахуй. Метки вынесли, Бэдли, Блэйбой, Ринда, Бэмион. Блять, Настя, ну... Массакру сдал. Пойдет, пох. Я ж тебе ставил ту метку, блять. В следующий раз такую ситуацию беги в ближнюю, я дальнюю добегу, на. Похуй на ком, на Локи или на Роги. Ну вот в следующий раз учти, нахуй, если на мне метка, блять, иди в ближнюю. Джентльмен, истины. Разбили склепы быстрее. У вас успех. Освобожденки смотрим аккуратно. Бежали быстрее. Давайте, может, успеем перевести. Дамажим. Да, успели дамажить. Фаза началась. Готовились. Первую метку в крест. От креста сразу отходим. Обморожение милики не набирайте много сейчас. Вальмора в крест. Отошли от Вальмора. В крест Вальмора.
Ну, танка на пол хп. Таком освобожденке РДД скинули стаки, милики все по склепу играют. РДД по боссу, который без освобожден. Забрал. Дай фридом, дружочек. Холишит диспу нажмешь. Холишит в печеньку, все прячемся, будет притяжка. Я дал фридом, убегай. Я жду, пока глыбу кинет, все хорошо. А, ну хорошо, ладно. Ждем, пока не разбиваем. Подбили чуть, но не разбиваем. Стопнули по склепу, стопнули. Все. Нормально. Ждем. Сейчас бахнет, потом крест сразу носим. Все, добили склепа, ада в крест. РДД по боссу, милики, сейчас по склепу будем играть. Милики по склепу, РДД по боссу. Следующую в печеньку. Скидываем все стаки. Ринда в крест. Ой, в печеньку точнее, скидываем стаки. Шилдик. Угу. Так, стаки скинули все сейчас. Следующую в крест. Акума в крест. Кожу нажми, медведь упрыгни. Все, милики по склепу поехали. РДД с освобожденкой, с хилы скидывайте стаки. На кому освобожденка еще? Все равно дамажить не можете. Сейчас притяжка будет, все в акума в печеньку. Добро. Зубы по нему дай, зубы по акуму. Зубы дай, отошли от печеньки, отошли от печеньки. Угу. Блять, мулинраш нахуй. Стоим за склепом, разбиваем этот первый склеп. Быстрее. По второму склепу играем. Глю в сторону, Геру... Бабл нажми, бабл просто нажми. Он не работает, ладно. Геру дали фулл ДПС по боссу. Понял. Хильти бежал, сказал. А как сосед умер? Его стянул под босс. Иду менять. Я забрал. А у босса умер. Вот ты, блядь. 10 клыков из 10. Ебал. Талик. Ни одного тут. И сейчас только зомби. Ясно, понятно. Мы весь хороший дроп осколков променяли на нормальные тринкеты, блядь, на сегодняшний рейд. Я считаю, они нормальные тринкеты, клык не выпал, а их надо удалять все, которые выпали. Да. Так, что там сосед нахуй, сейчас посмотрим. Смерти. Пиздец. Хорош. Вы прикалываетесь? Быстрее. Лежи. Хвост плюс аура. Ебать, сосед, ты молодец, конечно. На, тебе, блядь. Володя, если что снимешь, то сейчас я. Мне сейчас такие на там коты на гадере. Я наверх топошусь, я отойду на минутку. С хп, с босса, сейчас кину. Потому что это обычка, типа, не вижу смысла носить первую метку. Когда можно дать больше ДПС по боссу и потом за геру просто нести. За две притяжки, именно. Обычки лучше так. Кирилл, разрули? Талик. Блин, заебали. Я понимаю, что ты про вторую. Ну, я же тебе говорю, влево первая метка выносится, потому что это обычка, а не гера. И в гере тоже несут. Просто надо бегать, скидывать стаки, а не стоять, когда это скидывать. Талик, кто забрал? Первая, блядь, в гере выносится первая в центр, блядь. Скидываются сразу стаки, чтобы никакой хуйни не было, блядь. И вторая потом тоже выносится в центр, блядь, с притяжкой, на. Там можно вообще, нахуй, все ценки, эти метки в центр выносить, играя своего, нахуй. И синдрогосу 4 года бить, потому что мелики АФК бегают. И то кидает на РДД зону освобожденку.
Блять, безжалостно нахуй. Я этого, я, блять, Лич Кинг нахуй закрывал, когда ты, блять, чувов не играл. Давай ты мне не будешь, блять, учить механики, блять, и как ее бить, нахуй. Ну, я тебе держу в курсе первый. Что вы спорите, блять? Ты под шишкой убивал? Я прекрасно знаю, как что лучше сделать. Не переживай. И как Герри будет, нахуй, совсем по-другому. Давай, терчи на полубавку, быстрее, поехали. Этот фонарь там в печеньке будешь, как его? Как обычно. Да. Запускай, Настя. Лича, так, держу пока, на пока еще два токена. Этот токен никому не надо, да? Ой, я заберу. Окей. Паладин же еще на книжник еще. Где Бэби Мун? Звезду постелось. Кто там? Престиан обмен. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Ты пройдешь через эти мучения сам. Нормально, так репу покачал, кстати, сегодня. На роге чисто. Тупо репу покачал. Бать, ты устроился, заебись, слушай. Это же так еще можно. Шаклом, блять. Сковывание нежити. Да будет так. Герои, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Берегитесь. Блять, поставь нормально Лича. Не надо его нахуй поворачивать. У нас в Герри все равно совсем другая тактика, блять, будет. А это обычка, на. Или ясен, а вот по треугольнику или по краю бьет? Или в прилинии так? Поживешь, видишь, меняешь. Кажется, что тут не сируси на краю будут бить. По центру в две линии. Ага. По центру хуй его знает, посмотрим, короче. Может по центру, может быть и с краем. Будет видно. В зависимости от набора рейд. Надо, вот это. Как рейд на это не влияет, Кирилл? Влияет. Окей. Влияет от ДПС. Хорошо. Беготня, суматоха. А по кругу ты бегаешь, там дохуя мест. Диспал. Тут диспальнул. Каркаря забирай. Вообще нехуй хилить, тут я не знаю, что ФК ставить просто. Ну, второй фазе похилишь, один давай неси. Подводи Лича на край. Нормально, на край все побежали. От Шаркаря отойдите. Так, команду даешь на пауки. Блять, какой страшный дневный дух. Я сам дисполню себя. Бейте этого вульпера. Чё ты так вульперов не любишь? Чё у меня так? Я просто хилю. Застана ПВПшла. Чё, я как косты забиваю. Я в PvP только не играю. Край. Просто, если пойду... Вот, напоминаю, там портал из края поставить. Сверху не забегите, а сейчас переход за первый. Слышите? Сверху не забегите. Я сейчас каски, наверное. Блять, далеко уводишь. Я тикну сам. Видал? Ну, тикнул. Красно, это не ты кикнул. Это ты как какой-то кикнул. Нет, у меня... Сейчас гляну. А, да, Андрей. Геру дать? А, Гера КД у нас. Все, забить. Спасибо за Геру.
А че у нас Валька полетела не туда, куда надо? Оскорнения разбежались, оскорнения разбежались. Хан, блядь, стой, блядь, ну, спиной, блядь, как рейд стоит, нахуй. Спиной, ну, в спину леча смотри, короче, ну. Чтоб Валька вот так по-ебански не летал. На РДД можете по малому кругу сразу встать, типа, с потоком. Так, разошлись минуты оскорнения. От Валик сразу отходим, кого видите, хватает. По Валькам сыграли. Блять. РДД сыграйте все по... А, там Мулинраш, у тебя портал есть? Да-да. Ну все, отлично. Похуй, забейте их по меню. Только прохитите, главное, следующее заражение. Там еще одно будет. Спасли нас. Спасибо. Разбежались оскорнения. Быстрее. Разошлись. Атаку мы отошли. Стой, кот, ты в лужу, блядь. Отведи чувака. Я прилагал, я поэтому отбегал в сторону. За спину все быстрее. Север взял нормально. На, сюда гнев небес по валькам, все еще не собираем быстрее. Хотя, не, в пизду, играйте по лечу. Нормально, хватит. Не, да, играйте по лечу, похуй. Сейчас оскорнение головой вынесем, так. Валик заменит. Оскорнения разбежались. Хотя уже похуй, добивайте, валь там осталось чуть-чуть. Как раз в оскорнение еще летят. Сбейте лучше, пизду. Все, все сюда на край. Сейчас переводить. Мана лед, сокрою я из банды. Пристань гимн на хп сразу, как перепрыгнешь. РДД, станьте, рассоситесь, это вам на хэм сразу. Рассоситесь друг друга в форме шахматов, короче. И на ком этот лучик выходите, чтоб не уешьте карет. Так... Я его не там, иди сюда. Пуливают, давай сюда лучше подойди. Все, отлично. Ой, гениально. Да, зима. Угу. Это же не ты. Чуть подвиньте, я в зиме стою. Блять, ну и урод, еще и срывается, блять. Там прок был слишком хороший, столько. Пиздец. Реально, блять. Пуливайте духов на протопала на второй фазе все время. Забрал с тебя. Не знаю, я не на него не напрямую. Сбил! Ебать, так, блин, ты молодец. Вот этому надо работает. Сбивать, когда на переходке. На этих похуй, что ты сбиваешь. Просто трансфер не работает. Сферки подбейте. Сейчас жетву главное прохильте. Сейчас собью. Сбил нормально. Точно ты? Да, точно. Плейбой прохил. Я два раза бил, это мой был. Точно. Молодец, фонарь. Побежали на другую сторону. Осквернение по бокам только оставьте. Не, я имею в виду духов, отойдите и посквернение по бокам. Потом будем на ту сторону всего. Бежалось, не прохитить, что он пиздец, умирает. Я поймаю. Хорошо, давай. Я следующий под баблом. Опа! Не нажался. Заебись вы нахуй, блядь, ловите нахуй, пацаны. Ну ладно, полебой из комнаты. Да и Void BR по холишиту. Серый дай по плейбою. Осквернение по бокам вынесли. Разбежались быстрее. Не, блять, только в лужу не зайдите, пожалуйста, ну. Все, на край побежали. Швепс. Давай, Швепс, ты смотришь. Холишита, в чем проблема? Диспа не нажалась или что? Да, диспа не нажалась. Yes. Жату прохил сейчас. Ридигу прохил. Сквернения по бокам разошлись быстрее. Сквернения разошлись. Безжалостно шли к нему. Север. Север. А, мне набежал с ним почему-то показал. Ладно, похуй. Странно.
Кунка, твой диван мой. Все, больше боли, больше никуда не уводи тут. Тут добивай. Настя, Настя, дашь диван? Все, стоим, бьем просто на мужика, еще щедухи должны быть, только потом осквернение. Бьем просто домой. На мужика. И мажем, гулять, куда убегаете, мы. Давай, крылья сработали, крылья сработали, крылья. Спасибо, Настя. Крылья сработали. А крылья работают, кстати. Это же смотри. Три раза частный сбился. Все, я набиваю ДПС. Кунка, работать? Я тебе для чего диван дал? Ай! Ебать. Подожди, я сохраняю рекаунт. Дамажим, дамажим, давай. Давай, топ ДПС выходим. Какое сопротивление, где дамаг к нему, блядь? В смысле промах? Поставь на обои, Кунка. Понимаешь, где не идет всей фрост магии. Че за папа Метис будет доволен. Все, дамаг мы крутим. Че за хуйня? Я накручу дамаг, все. Я... На каком он там месте? Надо глюк как-то. К нему дамаг не идет. Кто? Он охранял? Я тебя зарежу. Кунку еби его, по нему дамаг твой будет идти? Нет. Все пофиксили, пизде. И нахуй делали. Не знаю. Пофиксили. А может с арбалета смогу? На нахуй. Нет, я в бочину пытаюсь его зарезать, не получается. Стой, он портал ушел. Давай. Нет, он. О, мой сундук. Да, да. 5 зов. Опять две тиренаски. Открывая прилив плюс город. Я Тирион. Че, блин? Крис? О, мне же этот дали. О, как я и заказывал. Сука, нахуй. Просто сук. Осколок хоть. Конченый нахуй целка, блин. Реально конченый целка. Найс, репу пофармил, ебать. Репу пофармил, я отойду. Го точен. Я хочу посох. Че? Хотя... Охуенно. Бля, гляньте, что упало. О, ты мне отдашь это, портал от Зайны? Нет, конечно. Да, смотрите, что с тещего упало, вообще бисовое. Ну, я тебе с этого продавать часть этого мусора. На коня, коня купят за... пол ляма, как думаешь? Да ну нахуй, ты, никто этого коня покупает. Типа, этого, продать. Этого коня, понимаешь, его бы купили за дорого, если бы здесь не было столько разных маунтов дохуя. Ну прикольно. И превращение вот это в дворфа тоже продавай нахуй. Кунка, забирай печеньку еще одну. Что-то стоить будет. Вот превращение в дворфа может что-то и будет стоить. Конь, мне кажется, нихуя стоит. Будет стоить. Продавай пока он сейчас, пока дорогой. Ну, только думай там цену потом, короче. Послушай, звук. А, перский. Там Бентли, отдай. Окей. Уже. Токен. Обмен звезде. Блять, почему вместо Зова нахуй не выпал, блядь, Крис, нахуй? Че за хуета, блядь? Бентли обмен, дай. За токен. Злой антра получается. Ой, блять, Андрей нечаянно удалил. Ну это не испугаешь вообще этим. Он мне его отдал. А кому вы там злой кончили свою драку или нет? Да забери у фонаря, я фонарю отдал.